Происходит что-то необъяснимое. Начали пропадать дети. И даже некоторые взрослые. Не выходите на улицу после 23:00. Пожалуйста, будьте осторожнее. Для того, чтобы избежать этого, вам нужно провести ритуал. Возьмите две свечи. Так, у меня вроде бы были где-то свечи. И поставьте их по бокам одеяла. Так, свечки. Одеяло. А, вот что. Так, теперь нужно взять спички. Теперь вторую свечку. Так, все, две свечки я зажгла. Теперь должны быть слова к этому ритуалу. Пойду посмотрю в интернете. Сила ведьм, отвернись, и мне ты поклонись. Пусть счастье меня найдет, а нечисть уйдет. О боже, что это поднимается? Что? Как я оказалась здесь, на улице? Мне нужно поскорее найти вообще, где мой дом? А, вот же он! Да почему? Что с дверью? Почему она что, сломалась или ее заклинило? Что мне делать? Нужно каких-то людей. А, подождите, мне кажется, есть второй ход еще. Я так и знала, что тут везде будет все закрыто. Что же мне делать? Нужно срочно найти хоть каких-то людей. Стоп. Почему у меня такое ощущение, что на меня накинулся какой-то пристальный взгляд?